Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы сегодня с вами поговорим о ценах на видеокарты на 15 января 2022 года. Хочу сделать два небольших анонса. В ближайшее время у нас на канале появится два ролика. Один ролик будет о видеокартах RX 6500 и RTX 3050. Мы поговорим о технических характеристиках этих карт и поговорим о вообще перспективах появления этих карт продажи свободной. Достаточно все непросто, неоднозначно. В общем, ребята, я думаю, будет интересно, динамично. Пожалуйста, смотрите за анонсами. И также тоже в ближайших планах выпустить ролик о 5 недостатках PlayStation 5. Все честно, бескомпромиссно, как она есть, называя вещи своими именами. Итак, ребята, цены на видеокарты. Начинаем, друзья мои, с обзора курса биткоина. Курс биткоина составляет 43 тысячи долларов практически. Напоминаю, что 2 недели тому назад курс биткоина составлял 46 300 долларов. Как вы понимаете, биткоин упал на 3 300 долларов. Приятная новость. Да, приятная, но для того, чтобы цены на карты вернулись к исходникам лета 2020 года, то есть с нормальным ценам, надо, чтобы этот самый курс не превышал 15 тысяч долларов. Вот такая вот жесткая, горькая, увы, правда. Первая карточка в нашем обзоре – это карточка от зеленых RTX 3060. Если 2 недели тому назад эту карточку нам предлагали купить по цене 927 долларов, то сегодня мы можем купить по цене 882 доллара. Карточка подешевела на 45 долларов, ребята. Для чего подходит эта карта? Для Full HD гейминга, ультравысоких настройках, для 2K гейминга. Лично вот этот вариант я покупать не советую. Это вентиляторная горячая карта, которая будет достаточно как бы громко работать, будет сильно нагреваться. Но если как бы вы не сторонник тишины, то в принципе это может быть ваш выбор. Но я лично такую карту никогда не купил по выше пересказанным причинам. А перед нами карта уже RTX 3060 Ti. Нам предлагают ее взять по цене 1067 долларов. Напоминаю, что 2 недели тому назад карточка продавалась по цене 1080 долларов. Карточка подешевела на 13 долларов. Ребята, карточка подходит уже для 2K, для крепкого 2K. Можно пробовать играть 4K. На средне-высоких настройках можно играть спокойно в 2K на ультравысоких. Можно играть Full HD просто на ультрах, и все будет отлично. FPS будет бодрый, веселый, если, конечно, вы купите себе эту карту. А вот и карточка RTX 3070. Ее предлагается купить по цене 1106 долларов. Напоминаю, что 2 недели тому назад карточка продавалась по цене 1184 доллара. Карточка подешевела на 78 долларов. Ребята, карточка очень хорошая, производительная. Она подходит для 2K, 4K, Full HD. Full HD только ультра, 2K ультра настройки, 4K средневысокие настройки, бодрый FPS, высокие настройки, не очень бодрый FPS, но достаточно как бы комфортный. Тем не менее, карта очень дорогая, очень хорошая, как бы сочетает в себе и высокую цену, и высокую производительность. Но цена, конечно, выше, чем ее производительность. На мой взгляд, такая, извините, такая небольшая, как бы такая шутка, туфтология. А вот интересная карточка RTX 3070 Ti. Ее предлагается купить по цене 1434 доллара. Напоминаю, что 2 недели тому назад эта карта продавалась по цене 1567 долларов. Карточка подешевела на 133 доллара. Хорошая, ребята, карта. 2K, 4K. Ультравысокие настройки. Будет давать бодрый FPS. Но цена, ну, запредельно высокая, ребята. Ну, хорошая карта. Вообще, рекомендую, конечно, эту карту иметь всем в своем системном блоке, но не по такой цене. Это тоже моя рекомендация. Карта еще более интересна. Еще более производительность – это RTX 3080 с 10 гигабайт видеопамяти. Ребята, 2K, 4K, ультравысокие настройки, бодрый FPS, отличная карта. Но цена – 1770 долларов. Напоминаю, что эта карточка 2 недели тому назад стоила 1889 долларов. Карточка подешевела на 119 долларов. Карточка упала в цене, но от этого цена не стала доступная. Она как была запредельно высокая, так, к сожалению, и осталась. RTX 3080 Ti. Отличная, ребята, карта.
4К, высокие настройки, ультранастройки, бодрый FPS, но цена $2339. Напоминаю, что 2 недели тому назад эту карту можно было купить по цене $2494. Карта подешевела на $155. То есть есть какая-то подвижка по ценам, но цены как были запредельно недоступны, так и не остаются. Увы, ребята, такая правда. А вот это мега-игровой монстр RTX 3090, 24 гигабайта видеопамяти, топовая карта в линейке от NVIDIA, офигенная карта. Ребята, я знаю, что многие мечтают иметь ее в своем системном блоке, и я тоже отношусь к этому лагерю. Но цена $3401 говорит о том, что хрен она будет в твоем системном блоке. Не получится по такой цене взять такую карту. Ребята, я напоминаю, что 2 недели тому назад эта карточка продавалась по цене $3772. Карточка подешевела на $371. Есть подвижки в ценах, цены потихоньку падают, ребята. Но запредельно высокие остаются. $3401. Ребята, какая огромная цена для такой классной карты. Офигеть. Итак, мы переходим по обзору цен карт от красных. Число дьявола 666. Такая цена на карту RX 6600. Ребята, хорошая карта Full HD, ультравысокие настройки, но цена, конечно, запредельно высокая. Такой карточке бы ценник там долларов 300 и было бы нормально, там 250 лучше, конечно. А так, конечно, карта дороговата. Ну, карта интересная для гейминга. Ну, к сожалению, ребята, еще раз говорю, не за эти деньги, увы. Если, друзья, предыдущую карту я рекомендовал бы для Full HD гейминга, для ультравысоких настроек, то вот эту карточку я рекомендую и для Full HD гейминга, и для 2K. Карточка спокойно потянет, карточка производительная, цена $744. Я напоминаю, что 2 недели тому назад эту карточку можно было купить по цене $730. Карточка прибавила в цене $14. Кстати, предыдущая карточка подорожала тоже на $5. Как бы, ну, я думаю, что это не как бы не само как бы поднятие цены, а это просто колебание валют, потому что у нас как бы доллар укрепился, а гривна немножко пошла вниз. Хорошая карта, ребята. Карта RX 6700 XT. Карточка, которая сделана специально для 2K. Ультранастроек, 12 гигабайт видеопамяти. Ребята, можно и пытаться играть 4К. Я думаю, она тоже будет показывать нормальный FPS. Я постараюсь запилить ролик на эту тему и показать, какая производительность этой карты предлагается в 4К разрешении. Хорошая, ребята, карта. Цена на нее $1221. Напоминаю, что 2 недели тому назад карточка продавалась по цене $1210. Карточка прибавила в цене $11. Опять же, ребята, говорю, что это просто курсовые колебания валют. Цена как бы остается на месте, на одном, запредельно высокую. Вы такую карточку долларов за 500 купить было бы нормально. А вот карточка RX 6800. Ребята, 4К разрешение. Ультравысокие настройки, бодрый FPS, но цена $1754, запредельно высокая, но все-таки 2 недели тому назад эту карточку можно было купить по цене $2014. Карточка похудела на $240. Как бы есть какие-то подвижки в ценах, ребята, но цены остаются запредельно высокие, к сожалению, к моему и, наверное, и к вашему тоже. Друзья мои, карточка RX 6800 XT. Хорошая производительная карта, 4К разрешение специально для нее, но $1774, ребята, ценник запредельно высокий. Напоминаю, что 2 недели тому назад эта карточка продавалась по цене $1870. Карточка стала дешевле на $96. Есть подвижки в цене, ребята, ну хотя бы наполовину, и мы готовы думать о ее покупке. Я имею в виду наполовину сокращения цены. И вот перед нами такой воистину игровой монстр от красных. RX 6900 XT. Топовая карта. 4K гейминг. Ультравысокие настройки. Просто монстр. Цена $1884. Напоминаю, что 2 недели тому назад цена была $1889. Практически карта в цене не изменилась. Она стала дешевле на $5. Но это также курсовые колебания валют. Карта офигенная. 4K разрешение. 2K, высокая герцовка, ультравысокие настройки. Ребята, карта классная, но не за эти деньги, конечно. Топовая карта, хорошая, но не за эти деньги, однозначно. Карточка RX 580, 8 гигов, предлагается по цене $624.
Две недели назад эту карточку предлагали по той же цене, $624. Ребята, карточка неплохая, долларов за 200 для Full HD, ультравысокие настройки, хороший, приятный FPS. Даже можно пытаться играть 2K на средневысоких настройках и тоже будет показывать достаточно нормальный рабочий FPS. Как вы понимаете, ребята, мы перешли уже к обзору цен на карты бюджетные предыдущего поколения, потому что пока еще карт бюджетных этого поколения пока еще нету. И перед нами карточка GTX 1650. Хорошая, ребята, карта, достаточно производительная для Full HD, 4 гигабайта видеопамяти, цена $370, когда цена этой карточки была долларов 150-170, то есть она стоит примерно в 2 раза дороже, чем должна стоить. Тем не менее, ребята, 2 недели тому назад эта карточка предлагалась по цене $409. Карточка подешевела на $39. Приятная как бы скидочка, но цена не совсем приятная, как на мой взгляд. Карточка 1660, 6 гигабайт видеопамяти, Full HD Gaming, 2K можно пытаться играть, цена $598. Напоминаю, что 2 недели тому назад эта карточка продалась по цене $715. Карточка подешевела на $117, но цена не стала привлекательная. Цена этой карты $200 с небольшим и не более того. И вот, друзья, карточка GTX 1660 Super. Хорошая произвольная карта была в свое время по цене $250. Сегодня за нее просят $748. То есть на $500 больше. Конечно, если вы хотите купить карточку, то я уже предлагаю за эти деньги купить уже карточку 6600 XT, потому что она мощнее этой карты где-то примерно процентов на 90, на 80, а стоит одинаково. 2 недели тому назад эта карточка подорвалась по цене $786. Карточка подешевела на $38. Проходим мимо в этой карты, просто интересуемся ее ценой. Хорошая, ребята, карта RTX 2060, однозначно, она и сегодня как бы интересна для гейминга, но не по цене $768. Она стоит чуть-чуть дороже, чем карта 1660 Super, хотя производительный. Напоминаю, что за эти деньги можно купить карту просто 6600 XT, которая производительная этой карты процентов на 60-70. Поэтому проходим мимо от этой карты, от этой цены. Она очень запредельно высокая. Карта интересная, но по цене долларов 300 не выше. С обзором цен на видеокарты мы закончили, и традиционно заканчивается наш ролик обзором цен на приставки нового поколения. Перед нами приставка Xbox Series S. Я напоминаю, что 2 недели тому назад за эту приставку просили $378, сегодня просят за нее $416. Приставка подорожала на $38. Чем это связано, ребята, я не знаю. А вот и приставочка Xbox Series X. 4K разрешение, ребята, хорошая приставка, производительная, куча игр, если вы купите подписку Game Pass Ultimate, ребята, вообще офигенная штука. Тем не менее, приставочка предлагается по цене $756. 2 недели назад цена была $773. Приставка подешевела на $19. Но цена, конечно, высоковатая. Перед нами чисто цифровой вариант приставки Sony PlayStation 5 без дисковода. И так ее предлагается купить по цене $866. Напоминаю, что 2 недели назад эта приставка предлагалась по цене $880. Приставка подешевела на $14. А вот и приставочка Sony PlayStation 5 с Blu-ray ROM предлагается по цене $925. Напоминаю, что 2 недели тому назад приставка предлагалась по цене $952. Приставка подешевела на $27. Ребята, маленький анонс. Если вы являетесь владельцем приставки Xbox Series S и X, если вы являетесь подписчиком Game Pass Ultimate, если вы играете в игру World of Tanks, я сегодня выложу такой небольшой ролик, в котором расскажу, как можно получить интересный пакет, который стоит $60, абсолютно бесплатно, в который ходит 3 интересных танка, плюс 850 голды и еще целый ряд плюшек. Смотрите за анонсом. Цены на видеокарты продолжают оставаться стабильно высокие, потому что они представляют интерес для майнеров. И поэтому они их скупают, потому что зарабатывают денежки. Карты, к сожалению, перестали приносить удовольствие от гейминга многим и стали предметом заработка. Увы, вот такие вот грустные выводы из этого ролика, ребята.
Я вам скажу так, ребятки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите, что вы думаете по поводу увиденного, услышанного. В конце я вам скажу так, ребятки, да бог с этими видеокартами, бог с этими бесплатными плюшками. Самое главное, желаю вам искренне и без иронии, вам и вашим близким, самое главное, крепкого здоровья. Всего вам самого доброго, самого наилучшего и до новых встреч!